Однажды придет человек, который придаст новую форму твоей жизни, твоим мыслям, твоему сердцу. Лучше всего найти того, кто будет любить тебя такой, какая ты есть. Плохой, хороший, страшный, красивый, добрый, какая есть. Ведь он все равно будет считать тебя лучше всех. Вот с кем стоит быть рядом. Ищи того, кто назовет тебя красивой, а не сексуальной. Кто перезвонит, когда ты повесишь трубку. Жди того, кто будет держать тебя за руку перед своими друзьями. Кто будет постоянно напоминать, как ему повезло с тобой. Настоящая любовь – это не биолого-химическая реакция организма, а то, что нужно зарабатывать годами совместной жизни с человеком, с которым вы решили связать свою судьбу. За нее нужно бороться, ее нужно выстрадать в семейном быте, поиске компромиссов, заботе друг о друге. Если осознание этого не приходит к человеку, то ему будет сложно найти свое счастье. Любовь не падает с неба, она ниоткуда не приходит. Ее не ждут и не получают, ее создают сами. Отпустите убогое прошлое, пусть сгорит оно ярким огнем. Ничего уж не будет хорошего с тем, кто душу вспорол ножом. И не надо себя уговаривать, догонять, возвращать и прощать. Для чего свои чувства раздаривать тем, кто лживо умел обещать? Лучше сердце свое сберегите для того, кто в нем жить будет век. Уважайте, цените, любите, и вам встретится ваш человек.